вечера, мне бы с большой радостью хотелось бы пригласить на эту сцену лауреатку конкурса «Татар-Мама» Зульфию Халилову, которая исполнит казахский вальс. Исполнится песня «Бесфронтовой лесок», мне бы хотелось сказать то, что, безусловно, Великая Отечественная война отняла миллионы жизней, в каждой семье есть утраты, невосполнимые утраты. И в городе Старая Купана были люди, которые плечом к плечу отстаивали свободу, боролись с фашизмом, защищали свою родину. Много ветеранов было, много людей, которые служили на фронте, отдали свой долг родине. И я имел честь также быть знакомым с жителем Старой Купаны, Тахиром Абой, пусть Всевышний дарует ему райскую обитель. Это тоже был светлый, добрый человек. Я бы хотел прочесть сейчас одно стихотворение, посвященное генерал-рядовому человеку, солдату, чьи имена не узнаны, кто без вести пропал, как в начале войны, сам, в 41-м году, мой дедушка. И вот именно таким солдатам прологи этой песни я бы хотел прочесть короткое стихотворение. Без орденов и необъятной славы, то ли в лесу, а может быть в полях, окутанный крапивную оградой, лежишь в полупрогнивших сапогах. Нет ни таблички, ни упоминаний, а может, на тебе стоят дома. А тех, чьих ты живешь в воспоминаниях, все так же ждут, хоть кончилась война. Все так же ждут уже седые дети, которым ты о многом не сказал. Они наивно, больше полстолетия, с какой-то грустью смотрят на вокзал. А та, что так любила и страдала, та, что рыдала, сидя на кровать, тебе навеки вечной
умирала, не перестав надеяться и ждать. Уверен я, ты был безмерно стойким и не рыдал от безнадежных ран, все сделав для того, чтобы под Горьким, пусть и тайком, отец читал Коран. Все сделав для того, чтобы в столице твоя семья дышала за тебя, и потому ты жив в их светлых лицах, переродив в их образах себя. Я знаю, врут все это похоронки, устраивая в душах мятежи. Твоя душа в зеленой гимнастерке все так же охраняет рубежи. И потому над лесом или полем, на небе, чтобы было на виду тебе и всем неузнанным героям, тем, кто молился перед смертным боем, Господь вручил геройскую звезду. Дорогие друзья, встречаем заслуженного артиста Российской Федерации Республики Татарстан Айля Фатехова. И ее верная соратница, подруга, талантливейшая женщина Нурия Ханум. Поприветствуем. Аэроплан. Динь-хо-л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 о
звучит новая песня. Я ее посвящаю всем друзьям, розовым мам. Называется она «Сюзнамишин». Людей.
все мы родились, кто в Дубане, кто в Москве, но у всех у нас есть исторические корни, родовые села, города. Вот хотелось бы спросить, вот представители казахских татар здесь есть? Руки поднимите. А может быть... Татарстанцы. Есть. А, есть? Ура! А нижегородские татары? Руки поднимите. А пензенские татары? Да, у меня еще много друзей из Пензы, такие крепкие села там. Я даже знаю несколько слов именно в диалекте пензенских татар. Допустим, курька. Мен білем, че білем сені шыны? Нижгар татарлары цы білем, Қазанныкылар ше білем, Пензы татарлары че білем. Жылай ма? Да. Да, Пензада болғаныз бар. Якшы. Ну, мы продолжаем наш концерт. Наля ханым, рахмет сізге. Сейчас мы пригласим на сцену полюбившийся хореографический коллектив «Улыбка». Поприветствуем, который исполнит уже не татарский, а русский танец «Чебатуха». Встречаем! Улыбка! Всем нам известная песня, классика.
по сути. И из уст классика эта песня становится классикой в квадрате. Встречаем Алю Потехову с песней «Беренче Махабет». Сарасадык Лабрич, песня первой любви. Кто знает эту песню, пожалуйста, присоединяйтесь и будем петь ее. Всем залом. Своими
песнями. Спасибо вам, что у вас мало, но вы здесь и подпеваете. Мы вместе! Yeah.
поэтому я ее попросил, Наляхану, вот можно, я сейчас стихотворение одно прочту. И Наляхану сказала, можно. Хозяин Ларге, можно. Я много не отниму времени, вы знаете, стихотворение личное, мое, мои переживания, мои мысли. Пророк говорил, рай находится под ногами ваших матерей. Один из подвижников пророка спросил, кого я должен больше любить в этой жизни. И он четырежды сказал матери, пятый раз только сказал отец. Я раньше не понимал, думаю, да почему так? Можно же было один раз сказать мать, один отец, два раза сказать мать, один раз сказать отец. Но когда родился ребенок, и когда ты видишь, когда супруга встает, когда он плачет, когда она с ним играет и так далее, я говорю, я согласен. Подписываюсь, что четырежды он должен любить тебя, и пусть пятым буду я. Но настолько это тяжело. Поэтому мне бы хотелось этот стих посвятить вам, тем, кто рожает и воспитывает, кто переживает и любит, кто заботится и прощает, кто провожает и встречает. Спасибо вам за то, что вы носите такой титул, как мать. И в продолжение мне бы хотелось обратиться к вам, к матерям, к бабушкам, к тетям, к сестрам, с призывом. Молитесь, матери, молитесь за детей. Мольбой, рожденную душой и чутким телом, она не с языков сочится, из костей, надколыбельно и не между делом. Молитесь, матери, о живших и живых, о тех, кому дано на свет родиться, о ваших, о знакомых, о чужих, о тех, кто сам не знает, как молиться. Уставшими во сне и наяву, обиженными, сидя или стоя, во храме, во дворце или в хлеву, на небесах, молитвам вечным. В Торе. Мольбу творите, молча или нет, приняв благое и терпя потери. И если Бог подарит в рай билет, то вы в него сегодняшний билет. Прошу, взывайте ночью или днем молитвы ваши в радость и ненастье различные в звучании своем. Но схожие по силе соучастия.
Thank you.
Бер корешу у себя комер. Одна встреча – это целая жизнь. Вот и сегодня у нас с вами бер корешу, бер комер. Давайте вместе вспомним на татарском языке. Слова татарского поэта, у него есть такие строки. «Татарам все, что мог, отдал и отдаю. Татарин я всегда, росла я признаю. Я нации своей желаю многих благ, но сбыться ли мечтам, то знает лишь Аллах». И если мы хотим, чтобы нас уважали, нас ценили, если мы хотим, чтобы наши ценности последовали далее после нас, каждому из нас нужно приложить усилия для того, чтобы последующие поколения стали лучше, чем были до них. Тогда будет развитие, и тогда будет прогресс. Дорогие друзья, давайте вновь поблагодарим наших замечательных девушек, которые сегодня украсили, венцом сделали этот вечер. Спасибо вам большое, спасибо вам, здоровья вам, счастья, доброты. Пусть Всевышний хранит вас, убережет от нападок сатаны. И пусть он будет вашим охранителем, вдохновителем во всех ваших богоугодных начинаниях. Спасибо. А мы идем завтра в Астанагинске. Я думаю, вы всем расскажете. А там на выходе продаются наши диски. Все песни там есть. Вы можете их приобрести и подписать даже с автографом. И выучить к следующему разу. Я думаю, будем петь уже вместе с
замечательному коллективу за такие прекрасные песни, за такой вот огнеметный и танец. И вот, знаете, за ваши сердца, которые бились прямо в унисон с этим великолепным залом. Очень приятно, что вот такой знаменательный день вы на нашей Павелской прекрасной сцене. От всего зала я хочу сказать большое-большое спасибо. Зал, аплодисменты! Спасибо. Великолепные. Еще 3-4 таких прекрасных концерта мы тоже начнем петь на татарском языке. Да, это очень просто. Спасибо. Спасибо вам. Владимир Абдулов. Позвольте мне от всех присутствующих, от мусульман всего Ногинского района, потому что завтра еще будет большой концерт в Ногинском районе. Если кто-то сегодня опоздал, пожалуйста, завтра в зале Калиниченко будет проведен такой же красивый концерт. И что хотел бы сказать. Вы знаете, Нарьяханом уже, это житель города Старый Купав, место с ансамблем. Каждый год она к нам приезжает, и мы всегда ее рады видеть. К сожалению, сегодня будний день. Вы, извините, мы... Мы старались, я помню, зал. Мы всегда вас рады видеть. Желаем вас творческих успехов, благополучия вам, вашим семьям. Потому что вы прекрасны не только вот внешне, но и душой. Вы даете нам радость на многие-многие годы. Искреннее счастье вы нам дарите. И мы заряжаемся вашей энергией и несем ее от концерта к концерту. Спасибо вам большое от всей этой мусульманской страны. Доброго, доброго, хорошо, дорогие булочки.